Пожалуйста, вы вышел к Белорусскому вокзалу с первым диаметром и аэропрессом в аэропорт Шереметьево. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Уважаемые пассажиры, среди ремонта трамвая в Сити возможны изменения в графике движения трамвая. Следите за информацией и за дорогой. И на сайте www.monitor.com. Пару слов. Меня зовут Вадим, я представитель компании «Аэрофизен», буду вам сегодня рассказывать, показывать все. Буду отвечать в том числе за вашу безопасность, поэтому это самое главное. Вот. Но сейчас мы не про это, немножко мы еще не дошли до дефода основного нашего. Мы сейчас с вами находимся в локомотивном депо имени Ильича. Это историческое название. Вначале депо, именно вот эта дверная часть, так называемая, начала строиться еще в конце 19 века. То есть зданию больше 120 лет. Да, очень. Ходили капремонты. Да, тут, ну тут уже понятное дело, что изначальный архитектурный облик, он в целом сохранился, да, за исключением там некоторых нюансов. Тем не менее, механизм поворотного круга, он, естественно, новый. Там буквально 5 лет назад его поменяли полностью. И вот эта часть депо, это самая старая часть депо. И раньше, вот за вашими спинами паровоз, да, такой, который раньше как раз вот здесь вот и обслуживался. Здесь вот за вот эти ворота. Раньше паровозы сюда заезжали. Еще нужен был этот поворотный круг. Правильно, да. Чтобы вот этот механизм поворачивает паровоз целиком и направляет его в один из разрушенных позиций. И уже паровоз сюда заезжает и сам ремонтирует. Если бы, смотри, если бы не было вот этого круга поворотного, да, можно без него обойти. Представляешь еще, сколько нужно было путей сделать, да, чтобы паровоз куда-то там ехал, потом он оборачивался, да, ехал обратно. То есть, и вот этот вот круг заменял очень-очень много рельсов. То есть, делать так и О, смотрите. Привет. О, в честь 500 подписчиков. О, честь 7. Блин, если через 7 мы мимо его пройдем, надо и будет его сфоткать.
больших нагрузок. Необычный забег. А, мы скорее всего сейчас войдем в это здание. Да, я так и знал, мы сейчас войдем. Эх, жалко, что я через день. Ого, какая атмосфера. Мы что, сейчас пойдем? Я понял. А, учебный класс? Давай тогда так, по-дорожному. Welcome to the club, buddy. О. Welcome. Итак, это у нас. Смотрите. Листы какие-то. Так, следующий. Ну, сегодня прежде всего хотел бы еще вас всех поздравить с праздником, да? Сегодня какой праздник? 1 сентября. День знаний, наверное, 1 сентября. Да, который отмечается 1 сентября. Ну и вот по этому поводу, в том числе, у нас сегодня компания AirExpress организовала экскурсию в наше депо. Сегодня мы посмотрим обязательно все наши поезда, которые, естественно, в депо будут находиться. Вот. И самое главное, почему мы сейчас сюда пришли, я бы хотел все-таки остановиться, немножко пару слов сказать про безопасность. Слово на сегодня. Мы, кстати, ну давайте вот мы сейчас с вами в техклассе находимся. Одна из больших таких тем — это как же стать машинистом поезда, да, большого. Вот если кому-то интересно. Вот, машинистом поезда, чтобы стать, естественно, надо много знать. Да, надо много знать, окончить школу. Сейчас, секунду. А еще потом... Потом в МИИ или где-то окончил. На виртуальный реальность, чтобы ходить в поездах. Ну вот, да, это новая тема, виртуальная реальность, но, к сожалению, поездом можно потренироваться только вот вживую, да, и знания, все навыки, они получаются по большей части во время практики, потому что сколько бы ты ни сидел на компьютере, не играл, когда ты придешь в реальный поезд, ты растеряешься. Поэтому машинистом, чтобы стать, нужно окончить школу, потом нужно окончить специальный колледж железнодорожный, потом надо поработать помощником машиниста, то есть человеком, который машинисту помогает.
чуть больше года. Потом надо пойти в специальную школу, где будут обучать на машиниста, полгода еще там отучиться. Вот. И после этого, после окончания всех вот этих вот теоретических базовых навыков, еще 3 месяца машинист будущий ездит вместе с действующим машинистом. Да, ну не с инструктором, не обязательно, просто действующим машинистом. Наставник. Высокой квалификации, да, и только потом ему доверяет поезд. Поэтому вот все это сложив, получается, что школа 3 года, плюс год работы, плюс, грубо говоря, еще год, там, примерно 5 лет, с момента окончания школы, практически как институт закончить. Вот, и потом машинист каждый месяц проверяет у него знания, как на экзамене. Видите, тут много-много листиков. У нас сегодня как раз проходили экзамены. Вот это билеты лежат. Их вот смотрите, сколько много. И каждый машинист, да, приходит, тянет билет, ему дается определенное время на подготовку. И да, на сейчас. Ну вот, если только верните, потому что меня очень просили их вообще не трогать. А, что? Вы не хотите? Ну, в колледж вообще после телевизии можно пойти. В колледж уже здорово. Документ. Ну, это понятно, делать все под подпись представителя компании. Нет, можно на самом деле сделать как? И тоже так многие делают. Заканчивают школу, 11 классов, потом идут железнодорожный. Никто в туалет, если не... В туалет не надо никому? Нет, я подожду. Надо... Вау! Добро пожаловать. Офигеть! Нечто. А, это склады. На основании путей. Интересно, как это завозится? Не знаю, но выглядит неплохо. Осторожно смотрим под ноги. Про что я говорил? Даже здесь есть коварные места. Хотя мы еще даже близко не пришли. Еще поездов тут нету нигде. Хотя рельсы есть. Да, рельсы есть, но он один, да. Никогда не догадайтесь, почему тут один рельс. Для крана возможно. Что он закрыли второй. Да, второй просто закрыт за забором. А зачем тебе этот забор? Это что? Значит, смотрите, компания Рекспресс в 2012 году взяла все вот эти вот здания в аренду РЖД. Mm-hmm. И полностью отремонтировала, и вот здесь вот был установлен забор. Для чего? Для того, чтобы на самом деле все очень просто, там находится склад. Mm-hmm. Там хранятся различные запасные части, расходные материалы. То есть можно, грубо говоря, поезд собрать из всех вот частей. А раньше здесь ночевали электропоезда РЖД, там РВА, РВТ? Это раньше, да, это я сейчас расскажу, там, если интересно. А раньше вот именно здесь
проходили обслуживание электровоза через 23. Через 7 еще? 7, да. Через 7 там. Они просто сюда заезжали и здесь обслуживали. Сейчас, естественно, нам эти площади нужны только как склад, потому что ступень коротенькая, всего лишь 72 метра. Поезд сюда, естественно, не влезет. Длина... Нет. Длина поезда у нас 250 метров. Четыре вагона вот эти, да, которые? Нет. Это один из вагонов длинный поезд. Вот D4MKM который? Да, поезда D4MKM Aero, которые у нас сейчас курсируют на Домодедовском направлении. Вот они у нас ходят 10-вагонной составности. 10 вагонов, длина поезда 230 метров, чуть поменьше. 4 вагона сюда вполне влезут. D4MKM Aero. Нет. Один вагон 22 метра. Мне кажется, вагон... Вот посчитайте, три вагона влезет, и чуть-чуть останется. Понял. Вот. Так, на глаз. Да. На самом деле, все специально, конечно, спроектировано с таким расчетом, что вот сюда, допустим, два двухсекционных электровоза. Через 7. Да, вот. Потом, это вот у нас ступенька, она... Раньше вообще депо было из вот таких трех ступеней коротеньких. Потому что раньше поезда были коротенькие, электрички были, да, четырехвагонные всего лишь, и вагоны были короче. Плюс были там паровозы, электровозы, да, для них, соответственно, вот не нужны были такие цеха длинные. Вот мы сейчас пойдем с вами, у нас там цех 260 метров, его даже не видно второго, так сказать, края, да. Вот. И, ну, вот нам... Как бы склад все равно нужен в депо большой, потому что у нас много разных поездов обслуживается. Компания «Рэкспресс» на данный момент обслуживает все возможные виды подвижного состава. Ну, я имею в виду электропоездов. Ну, за исключением «Ласточек» и «Сапсан». Вот. «Иволги» вы тоже обслуживаете? Да, «Иволги» мы обслуживаем. Я так понимаю, у вас... «Р2Т» сейчас нет. Погодите. Полный список подвижного состава. Погодите. Я, кажется, понимаю, что... Ласточки, которые на Внуковском направлении, обслуживаете не вы, а точнее 6 Крюкова, да? Все верно, да. Мы просто арендуем поезда, так же, как мы раньше это делали, когда у нас не было собственных поездов. Я так понимаю, вы брали всякие R2T, M2I и прочие? Нет, R2R, R2T мы никогда не брали, мы брали D4M. А M2I мы, как, да, если вот вы интересуетесь, так... Хорошо, то знаете, М2И куда поезда ездили? Москва-Лобня. Да, нет, Москва-Лобня, да, поезда. Ну, и то эти поезда были как бы не Аэроэкспресс компания, а ну, что-то компания плюс. Рекс. Рекс, да, который сейчас. Ну, не могу сказать, да, но скорее всего еще. Ну, поезда еще есть. Дочерняя компания. Ну, дочерняя компания Аэроэкспресс уже была. Вот, ну, да. Насколько я знаю, вот по возрасту сначала в этом депо служит составы D4MKM Aero, потом D4M404, потом D2D и Иволги. Да, в данный момент это правильно. Так, пойдемте тогда дальше смотреть поезда. Сейчас, наверное, мы увидим. Я так понимаю, P2D обслуживаются только первого диаметра, а остальные обслуживаются в депо Нахабино и Перево. Ну, вообще, да, серия P2D, она не только у нас ходит и на МЦД-2, она... Казанская, вроде, да, направление, ну, и Киевская. И там, где, соответственно, эти поезда есть, каждое направление... Опачки! Катафар! Welcome to the club, buddy! 04. Вау! Добро пожаловать! Минутка фото. А это уже самое интересное. Вот смотрите, это P2D 0094, если когда-нибудь я его снимал.
кто тут у нас все разбирается. Который недавно прошел капиталку. Блин, палец когда попал. Ладно. Ну, инструкции. Это же семерка. Она недавно прошла капиталку. Да. А это что дальше? Не-не-не, это вы думаете, что он ее переставляет, на самом деле он ее просто собирает. Потому что там у кордовой муфты болты, и чтобы к ним подобраться, надо чуть-чуть подвинуть телец, чтобы было удобно разобрать и собрать. А это у нас еще один. Еще одна тележечка, и еще один вагончик. Ух ты, Панторов. А чего Панторов? Понятно. Спасибо, что мне понесли. А это срач. Срач в Аэроэкспресс. Опачки, это же от... Это 4М. Еще пантографы. Ты только глянь. Красиво. Ага. Такой кайф. Блин, если бы еще почистить. В принципе, больше уже нечего снимать, поэтому мы скоро перейдем под следующий. Ух, какая. Ну что, мы сейчас попадем к Штатлерам. Штатлер. 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 Давай, аккуратно подожди. Welcome to the club, buddy. Опачки, подводи. Ой, а какой запах краски. Ох. Слушай, а что ты фоткаешь табличку? Никогда еще не бывали прямо вот внизу поезда. И даже нет. Ну только глянь. Вот так выглядит, если... Хотя никак не выглядит, мы просто рассматриваем лужи сплошные. Боже. Б.
Вот так выглядит Аэроэкспресс-депо. А это биотуалет. Короче, мы сейчас попадем в этот Вэш 2. Можно увидеть рельсы. Сейчас, так как, ну и вообще, в принципе, сейчас все поезда у нас. Давайте вот сюда, да, можно вот спереди. Ух, нифига себе. Сейчас у нас все туалеты специально закрытого типа, то есть все, что в них происходит, сливается в специальные баки, которые все там есть. Есть баки, которые закрываются в специальные машины, которые называются... Так, простите, пожалуйста. Ой, блин! Нифига себе! Ой, какой это штук! Сестра называют «Ласковая атмосфера». Ну что, welcome to the club? Добро пожаловать в бизнес-класс. 750 рублей в одну сторону. Вот это классный бизнес-класс. А вот это вот... Блин, отлично, что отлично больше. Я часто не видел в бизнес-классе, это вообще прям топчик. Это, ну конечно, не из Шереметьево, а из этого. Не знаю, я ездил один раз в Аэроэкспрессе бизнесом. Такой, если можно подать, я знаю. Интересно, а Т4 МКМ есть там вагон бизнес-класса? Есть. Есть, да, планировка. Мне просто очень хотелось побывать, а то я был только в Вэшке. Ну что? Welcome, вперед. Hello. У нас победа в Вэшке нет? Опачки! Добро пожаловать! Разумеется, все на второй этаж. Ууу, не зданчик, не правда ли? А вы как бы? Тут, конечно, распространено, но все равно тут есть чем. Тут даже есть кофемолка, которая, скорее всего, ставит только горячие напитки и вода, расположенные на стойке самообслуживания. Я так понимаю, 0.25. Ох. Интересно, а тут информатор можно включить? Отлично, хочу услышать эту... Как там ее зовут, дикторшу? Нет, не Кутина. Там вроде ким... Это новичков на английском и...
Вероника. А ну-ка, разрешите? Спасибочки. Вот так и выглядит. Не, ну как по мне, сиденья прям кайфовые. Ладушки, может в кабину? Примерно разместились все, да, в этом... А, в верхней палубе. А, все на верхней? Ассоциации какие первые? Да, это как в самолете. Ну, это такой намек, что типа, вы едете с самолета или вы с самолета. Это фишка такая, как бы, ну, специально, наша компания специально заказывала поезда именно с такими салонами, чтобы было ощущение, как будто вы начинаете свое путешествие уже в Аэроэкспрессе. Да, меня чтобы... вот в этом реально сильно укачивает. Прям вообще кошмар. Ужасно, просто ужасно. Мы а в других поездах не укачивают? Вот на этажном нет, а вот на втором этаже, двухэтажном вообще ужасно. Кажется, что ты реально летишь уже. Это любители, не очень. Я первый раз, честно сказать, слышу. Первый раз такой отзыв, что укачивает. Ну, на самом деле, да, и чтобы у пассажира было ощущение, как будто он уже сидит в самолете. Вот. Ну, действительно, это фишка такая, на это, в принципе, и все рассчитывалось. Вот. Ну, насчет укачивания могу сказать, что, скорее всего, это эффект немножко от того, что поезд едет очень медленно. До Шереметьево он едет со средней скоростью 35 км в час. Поэтому прилетает. Супер быстрой скоростью, да. Хотя поезд может 160 км в час ехать. Вот. На испытаниях даже мы его разгоняли до 200. Вот. Почему так? Ну, потому что, к сожалению, график МЦД, и мы едем просто за обычными поездами. Вот. Мы их обогнать никак не можем, поэтому вот мы едем... То есть впереди поезд едет со всеми остановками, мы едем без остановок, но медленно. Вот. Да нет, 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 почему? Сейчас вот буквально, наверное, через год там или через два... еще два пути будет. И, ну, мы надеемся, что Аэроэкспресс будет ездить гораздо быстрее. Отдельный путь будет? Ну да, еще два пути сделают, и будет уже более-менее такая отдельная ветка, ну, которая будет свободной, можно будет ехать там со скоростью 120-140. Сейчас же у нас до Шереметьево поезд идет 60 минут. Почти 7. Не, Аэроэкспресс идет 50... 2 минуты. Не, он показывал время движения. Да, сегодня он сзади не сделал, уже не доставили. 7, сегодня, скорее всего, это из-за того, что ремонта. Там ремонт. Хорошо. Путей, да. Ну, а в целом, если он идет даже 50 минут, то в теории, если мы его будем разгонять до хотя бы 100 км в час, то он, конечно, будет тебе быстрее. 25 минут. Да, 25, то есть мы приблизительно, ну, то, 25 что мы минут хотим... с учетом разворота в терминале DEF и поездки в сторону терминала БЦ? Нет. 25 минут это чистое время от вокзала пути до, от вокзала от до аэропорта Шереметьево. Даже не 25 минут, а 22 минуты. И тогда будет время еще, да, вот на разворот. И оборотов на минуту. Да, и обратно. И получится так, что нам для тех же самых перевозок понадобится меньше поездов. Потому что поезд будет успевать за полчаса доезжать до аэропорта, разворачиваться и ехать обратно. Вот на Ленинградском. Там экспрессы ходят, потому что там много пути. Да, да. Вот, вот, я вот и все, да. Я говорю, здорово будет, если бы здесь. Ну, надеемся, и, да. И работает, и отлично очень. Надеемся, что, ну, наверное, это когда-то будет. Вот. Но, тем не менее, поезда ездят, пассажир, как бы, да, вот когда мы заходим в поезд, мы сразу смотрим, там, хороший, приятный салон, чисто, светло, тепло, да, как бы, ну, и, да, или летом прохладно, это обязательные стандарты качества не только компании Аэроэкспресс, но, в принципе, так должно быть на всей же дороге. Эти поезда производства швейцарской компании Штадлер. На базе поезда Штадлер Кис, да, верно? В Европе есть такие поезда, они много там где ездят.
Это так называемая платформа, да, Stadler Kies. Ну, есть разница, почему с Европой? Колея. Потому что колея другая, соответственно, соответственно, да, наш поезд он шире. То есть, если вы будете ездить в Европе вот на таком же поезде, салон будет уже. Потому что там колея, соответственно, уже, и салон уже. И вообще кузов поезда, он уже, чем у нас. У нас приблизительно там 3500, там 3350, вот так вот. Ну, она заметна, эта разница? Ну, в принципе, нет. Ну, то есть, если будет чуть-чуть, нет, если, конечно, чуть-чуть поменьше, если, конечно, линейка проход считать, вот, то вот на столечке. Ну, и уже никто не увидит. Вот. Поэтому, так, давайте по очереди, по 7 человек максимум. Давайте сначала, может быть, малышей пропустим. Давайте пусть поделимся. А потом вы зададите все свои супер... интеллектуальные вопросы. Интеллектуальные. О, да. Что чувство, когда по поводу интересно, а можно ли будет загрузить информатор? Нет. Да что-то на информатор как-то... Ну, человек стоит. На голос. Не, не на голос, а это, на этот джингл. Да, давайте пока посидим. Давайте посидим пока что, пока все малыши будут тихонить. Я снял пустой салон. Здесь бизнес-класс, купить повышение класса. Ну, что это... Мы в бизнес-классе.